Привет, я Ася Касьянова, и это программа «ХАТО». Сегодня я расскажу тебе, чем можно заняться в выходные в нашем Улан-Удэ. К примеру, на площади еще не разобрали ледовый городок. И если ты так до него не добрался, то сейчас самое время это сделать. Ну что, на улице-то уже не тридцатка, так что гоу, а Диана Левина расскажет, чем там можно заняться. А мы в центре нашего города на площади Советов. И это главная красавица Нового года. Тут еще и лабиринт есть. Посмотрите, какой он классный, прикольный. И в нем можно и потеряться, заблудиться. Так, сейчас мы выход найдем. Если у вас нет с собой необходимого инвентаря, вы можете приобрести его прямо здесь, на площади Советов. Если вы замерзли, у вас замерзли ручки, то их можно погреть вот здесь. Вот, я буду греть сейчас. Тепло. Ну, что-то не очень тепло, кстати. Мы вместе, которые любят все дети нашего города. Это, конечно же, горка. А еще здесь можно купить горячий чай. Девочка, здравствуйте, у вас чай есть? Вот и чаек купила. Я не буду его пить, он же горячий. Так, и где еще у нас отдыхает народ? Ну, в этнографическом, конечно. Там тебе горки, ватрушки. А что еще? Давайте вместе сходим и посмотрим. Вот вы скажете, зима, зима, что тут зимой делать? Холодно же. А нет, смотрите, плюс есть один неоспоримый точно. Парковочка-то пустая. Летом пробовали тут припарковаться? Нереально. Пойдем посмотрим, сколько стоит вход. Вход платный, если вы забыли вдруг. Так, взрослые 280, школьники 150. Но мы журналисты, нам бесплатно. Спасибо. Сейчас давайте пойдем спросим, посмотрим вообще, сколько народу в будни зимой в этнографическом музее. Вон каток. Построили его, прям отстроили, будут каждый год убирать, заново собирать. И, кстати, здесь нет своего водопровода, поэтому всю воду для льда специально сюда привозили. Посмотрим, что получилось у них. Вот на коньках я не стояла года два. Вроде бы еду. Кстати, коньки тут можно взять в аренду, но их всего 50 пар, так что с собой берите лучше. Я сегодня не выйду отсюда в целости, мне кажется. Погнали дальше. А сколько стоит прокатиться на лошадке? 500 рублей круг. Привет, зайка, ты не мерзнешь? Молодец какой. Не, классно, конечно, на лошадке с ветерком. Но не зимой. Вот если широкая спина кучера, да, как правильно назвать, кучера есть впереди, значит, не дует хорошо. Весело, ну реально, кажется, вкусно, да, что тут на лошадке, в тележечке. Не, весело. Все, лошадка свободна, а мы дальше, у нас там еще ватрушки есть. Лицо замерзло. Это выглядит безопасно, но реально страшно, когда садишься. Вы меня решили покалечить сегодня? Я камеру испугал. Так, аттракцион номер 3. Нет, номер 4. Горка и ватрушка. Пробуем.
можно падать? Можно хотя бы тут не упасть? Ну, я поехала. В общем, этнографическому музею оценочка 5. Несмотря на то, что зима, рот замерз, солнце зашло, мне понравилось, зачетно. Немножко отбила себе тут. Поеду домой поправляться. На сегодня это все. Любите наши Улан-Удэ, ведь есть за что.